Доброго всем! В одном из предыдущих видео мы рассказывали о ремонте ГБЦ Nissan X-Trail. Кому интересно, ссылка будет в описании, где показали один из вариантов регулировки зазора клапанов. В том случае, если у вас нет по каким-то причинам возможности купить другие толкатели или стаканчики требуемого размера. Существует еще один способ регулировки зазора без замены стакана. Этот способ в своей практике мы не используем, а мотористы иных СТО, когда к ним приезжают клиенты на регулировку, порой идут на это, если владелец авто также по какой-то причине не может купить толкатель требуемого размера. Моторист или сам клиент снимает клапанную крышку головки, естественно, делается это все на авто, замеряет размер зазора, достает стаканчики, пишет, насколько нужно увеличить зазор, и привозит нашему токарю Виталию. Виталий на координатно-расточном станке подрезает опорную часть толкателя. И это в принципе можно делать. Цементация, то есть твердость у пятака толкателя, достаточно глубокая. Виталий очень хорошо ощущает сей факт во время обработки. Конечно, здесь главное не выйти за пределы разумного. Вот и сейчас в очередной раз привезли толкатель. Это один из стаканчиков. В него был вложен клаптик бумаги с размером, насколько нужно подрезать. В данном случае на 5 соток. Виталий замеряет существующий размер стаканчика. .543. На дне толкателя стоит размер 5.52. То есть, судя по всему, этот стаканчик уже подрезали на 9 соток. Токарь устанавливает толкатель на станке. Слегка поджимает его, главное не переусердствовать. Надевая специальное приспособление с индикатором, по нему мы точно опустим патрон с фрезой на нужную глубину. Стандартное наше изобретение. Опускает фрезу на дно толкателя, делает небольшое касание и выставляет индикатор на ноль. Теперь опускает фрезу на требуемую величину, то есть на 5 соток. Запускает станок и фрезерует толкатель. Проконтролируем полученный размер. Размер, который мы получили, 5.38, а был 5.42. Значит, мы срезали те самые 5 соток. Подобным же образом поступаем со всеми присланными нам стаканчиками и передаем назад клиенту. А на этом все. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, обязательно ответим. И без аварийных вам поездок.